Всем привет, с вами Екатерина Олейник, и сегодня я хочу представить новинку от фабрики Декора, набор открыток для раскрашивания. В первый набор входит 8 открыток с разными дизайнами. Открытки выполнены из акварельной бумаги, а значит придутся по вкусу любителям акварельных красок, акварельных карандашей и маркеров, и конечно же для обладателей аквачернил фабрика Декор. Размер одной открытки 10 на 15 сантиметров. Второй набор состоит также из 8 открыток разного дизайна, только он выполнен из специальной бумаги для раскрашивания спиртовыми маркерами. Размер одной открытки 10 на 15 сантиметров. Еще одна новинка для любителей раскрашивать и повырезать – это большие листы 30 на 30 для раскрашивания. Как видите, на каждом листе расположено множество цветочков и веточек из коллекции Magnolia Sky. Листы также выполнены из двух видов бумаги – для раскрашивания акварелью и для раскрашивания спиртовыми маркерами. И такие элементы станут отличным дополнением к созданию не только открыток, но и альбомов из коллекции Magnolia Sky. И последняя новинка, новость. Специально для раскрашивания таких листов и открыток мы подобрали для вас набор аквачернил, которые отлично сочетаются с коллекцией Magnolia Sky. Первый цвет розовый. Он подходит для заполнения нежного фона цветка, так и для создания тени. Второй цвет фиолетово-розовый. Он как отлично дополняет первый цвет, так и хорошо смотрится самостоятельно. Третий цвет желто-зеленый. Отлично подходит для раскрашивания листвы. Четвертый цвет земля зеленая подходит для создания тени, а при смешивании с желто-зеленым дает новый цвет для прорисовки более глубоких теней. Пятый цвет кадмий желтый для раскрашивания серединки цветка. И конечно же марс коричневый для раскрашивания веточек. И небольшой мастер-класс по раскрашиванию таких открыток. Приятного вам просмотра!